Гости, друзья, всем привет! Сегодня мы будем разблокировать Samsung G2 Prime. Итак, для этого нам понадобится подключение к Wi-Fi. Подключаемся. Далее идем на начальную страницу и нажимаем на качельке громкость вверх-вниз. Держим, включается режим инвалида. Вы поймете, когда будете выделять вот текст, и она квадратиками так зелеными загорится. После этого на дисплее проводим пальцами как буква L английская, и включается, как бы заходим в режим инвалида, в настройки режима инвалида, идем в самый низ, выбираем строку справка и отзыв, и нижнюю строку выбираем «Отправить отзыв». Тут пишем текст какой-нибудь, выделяем его. И на троеточие нажимаем «Показывать». Попадаем в браузер Google. Здесь для полной уверенности еще раз набираем Google. И в самом поисковике набираем «Файлы», если у вас на русском языке. Мы заходим в диспетчер файлов, чтобы установить две программки. Эти программки вы должны заранее скачать. Под описанием видео они будут, ссылки даны. Скачайте и закинете на флешку. Флешку установите на смартфон. И далее заходите в диспетчер файлов. Здесь выбираете CD-карту, и там будут ваши файлы. Их будете последовательно устанавливать. Далее устанавливаем вторую программку и открываем ее сразу. Здесь нам понадобится найти строку аккаунт Google или Google аккаунт. Если вы на русском языке, можете там в поиске написать аккаунт. Если на английском, то соответственно на английском пишите аккаунт. Далее выбираем строку, где написано, надо будет ввести почту и пароль. Посмотреть. Нажимаем на троеточие. Выход в браузер. Окей. Здесь мы вводим аккаунт, который существует, с паролем. Я ввожу свой, вы вводите свой. Войти. Нас перекинет в ту программку обратно. Все. Надо далее перезагружать телефон. И он уже вышел с аккаунта. Далее ждем перезагрузки. Выбираем подключение, далее. Проходим проверку.
На этом все, господа. Всем всего доброго и до новых встреч. Подписывайтесь на канал.